Хей-хей, ребята, всем привет, я Осми, и мы начинаем новое видео по Билл Батлу. Давайте же приступим. Итак, голосуем за наши категории. Я голосую за природу, потому что эти мне все категории не нравятся. Ну, предметы лидируют, походу мы будем делать именно их. А ну-ка, что же за очки, ребята, очки, давайте же построим наши очки. Поднимаем наши дуги. Надо было их еще поднять как-то. Давайте их вот так вот поднимем на один блок. Поднимаем наши очки. А вот так вот. Ну-ка, вот, все верно. И давайте же сделаем сами очки. Такс, 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 вот так вот. Поставили здесь наши блоки. И поставили наши блоки вот здесь вот. Здесь наше место под наш нос. Нет, даже можно их как-то уменьшить, что ли, чтобы было больше места. Нет, как-то получается не очень, ребята. Давайте, может, увеличим наши очки на один блок. Вот так вот увеличили наши очки на один блок. Вот так намного лучше получается. И давайте же сделаем наши стекла. Это как-то легко получается, ребят. Давайте сделаем, может, еще и человека, лицо человека добавим. Пол надо изменить. Давайте сделаем. Давайте изменим пол на желтый. Так, это нос нашего человека будет. Для контраста добавим еще какой-то оттенок, какой-то вот такой вот. Это наше тело будет, и здесь будет наше ухо. Вот так вот, вот. Это наше ухо получается. Ну, почти то же самое, ребят. Давайте построим наше тело. Блин, а мне кажется, мы не успеем, ребята. Квадратный у нас вот такой человечек будет, интересно. И, походу, он будет лысый. Блин, остается одна минута, ребят. Мы, походу, не успеем, это точно. Человек у нас останется лысым. Так, здесь мы тоже убавим. Что за новинка такая? Кидание. Так, и давайте глаза сделаем, что ли. Блин, а мне кажется, мы не успеем. Делаем, что можем, ребята. Во, как у нас интересно получается. Это обычные очки. Мы это сделали за короткое время, так что я поставлю вот такую оценку. Ну что, ребят, у всех такие очки получаются, что ли?
а вот это что такое? Это телевизор или что это такое? Он пытался сделать нам. Это 3D-очки. Вот эта постройка уже наша. Итак, ребят, это что за очки? Это типа книги. Это книга, да. Ну, поставим вот такую оценку. Опа-на. Вот это что у нас такое? Очки для маскарада. Но они какие-то неровные, что ли? Или так задумано автором было? Ну, давайте поставим вот такую вот оценочку, которая у нас и отмечена. Здесь добавили даже отметки для носа. Ребят, давайте поставим вот такую вот оценку тоже. Ну, прям вау очков я еще не видел. Ну-ка, здесь тоже человек, но очки как-то выглядят не очень. Давайте поставим вот такую оценку за человека. Опа-на, здесь тоже человек, но очков почему-то я не вижу, ребят. Давайте поставим вот такую оценку за человека. Ну-ка. И да, ребята, что? Мы заняли первое место, я не верю. Я не верю, ребят, 90 очков. Вот это да. Я даже не думал, что мы займем именно первое место. Я даже не думал об этом. Ну что, ребята, это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.